Федеральная служба финансово-бюджетного надзора по Чувашии отмечает десятилетие. Срок небольшой, но история богатая. В свое время структура была известна как контрольно-ревизионное управление, созданное, в свою очередь, почти 90 лет назад. Государственный финансовый надзор – один из основополагающих китов экономического развития, роста благосостояния, эффективной бюджетной деятельности. Строгий контроль за целевым использованием средств приносит свои плоды. За 11 месяцев 2014 года нами проведено 70 ревизий и проверок в части соблюдения финансово-бюджетной дисциплины. При этом было выявлено финансовых нарушений около 19 миллиардов рублей, в том числе средств федерального бюджета 18,4 миллиарда, а также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов 262 миллиона рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил сотрудников службы с десятилетием успешной работы и пожелал им также нерушимо стоять на страже финансовых интересов государства вообще и республики в частности.